Ведь вы не единственный врач, в истории не первый и, естественно, не последний, хирург, в частности, медик, который занимается коллекционированием живописи. Есть такое понятие, такое явление, которое у нас пока что не очень хорошо известно и освещено, и которое называют труэнтизмом. И это слово «труэнт», которое по-английски означает «школьный прогульщик», его ввел в обиход такой великий английский хирург, старой школы, общий хирург Беркли Мойниген. И вот я думаю, что тут есть еще один момент. Понимаете, профессия врача, особенно хирурга, все-таки, прямо скажем, настолько тяжела, что возникает то, что сегодня называют синдром эмоционального выгорания, burnout. И я думаю, что вот этот труэнтизм, это как бы бегство от профессии, полное или частичное, связано с вот этой напряженной работой. То есть я могу про себя точно сказать, что для меня... Замена выпивки. Совершенно верно, да. Это была рекреация. Для меня это было, конечно, было переключение.